утро. С утра. Мы идем. Да? Да, мы идем. Ну, как обычно. Куда мы еще ходим? Проверим погоду, как обычно. Ой, сегодня и не везде. Морозик, ледик кругом. Ну, так зима, чтобы удивляться. Ну что, а теперь нам два разные стороны. Да, мне на работу. Мне направо, ему налево. Мне налево. Мальчики налево, девочки направо. Серпыча, пойдем с тобой. Отпучи тебе налево, ты мальчик. По своим делам. Все, пока, папа. Пока. Тут у нас тоже проголодался, да? Завтракаем. Поработали немножко, можно и позавтракать, да? А мы с Абдулечком еще. Все, обошли, что надо было, и пришли. Идем домой сейчас. Ну что? Такой серьезный всегда вообще. Все, Ася, уже не серьезный. Уже не серьезный. Но продавщицы говорят, какой серьезный парень. Причем почти каждая. Так? Ку-ку. Ку-ку. Привет, Сванька. Выспался у нас малыш. Только-только проснулся. Хочу рассказать, что у Артучки сегодня были новые впечатления. Он сегодня первый раз взял и нарисовал что-то ручкой. Вот смотрите, вот это вот он нарисовал. Потом вот это нарисовал. Вот здесь вот. Ну, вообще нарисовал. Вот это вот нарисовал. Вот это нитка. Нет. Во. Где? Где-то. А, вот! Вот это вот нарисовал. Затем вот это нарисовал. Затем, так, Артурчик, у тебя вот это нарисовал. И покажи вот это он вот. Это шедевр маме. И, ну, конечно, мама писала не Артур, а Арина писала. Вот это он нарисовал. И вот это нарисовал. Он порвал просто. Ничего страшного, главное, что он рисовал. И вот, вот представляете? Вот это класс! Это первые твои писюльки, Артур. Писюльки. Что за писюльки? Вот, а это мамина тетрадочка. Как будто тест писала, тебе тетрадь проверяли, тут зачерки. Ага. Ой, Аринка, у тебя же выходные начинаются. Чем будешь заниматься на выходных? Ты не знаешь? Распланируй свой день. Чем бы ты хотела заниматься? Не хочешь планировать? А я знаю, чем она будет заниматься. Сидеть в наушниках и играть в игру свою. Да. Сначала играет в игру в свободное время, пока компьютер свободен. Потом она идет, смотрит видео на Ютубе. Ну, иногда свои дела какие-то поделает. И все. Да? А, ну, конечно, еще и кушаешь. Жулик, привет. Привет, Артур. Артурчик смотрит. Папа с работы пришел переодевается. Жуля, ты почему своего хозяина не встречаешь, а? Так, 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 пошел. Так, скажи, новый... Ого! Ничего себе! Ты чего так кричишь, Артур? Покушал, теперь будет, наверное, продуктивно играться. Проводить время. Малыш. Что там на улице? Белым-бело? Почти белым-бело. Не совсем, но почти. Ку-ку. Ку-ку. Что это за нос тут? Что за нос? Артурчик вышел в коридор, забрал этот ящик у Жулика. Жулик там сидел и притащил сюда. Теперь играется. Это защитный кожух от артурчиков. Ну все, не доберешься до меня теперь. Ты не постучишь себе по лицу. Ай! Штаны ему эти не дают никуда залезть толком. Не тянутся. Ага, привет. Все? Ай! Он все достал до тебя.
Вот видишь, как он смышленый. Так. На ручке смола, наверное. Или нет? Привет. Это не смола, это что-то... Откуда там смола? Нет, это не смола, это что-то... Вот, это... А я от тебя спрятался, Артурчик, все. Жулика увидим. Привет. Тебе чего? Ах ты, смехотульчик ты маленький. Давай машинку соединяй. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Аринка, твой пирог там скоро. Кстати, время подошло. Иди смотри свой пирог. Аринка у нас сегодня поставила пирог сама. Ну, я немножко помогала и говорила немножко. И поставила рис варить. Так. А как его проверить? Ну, чтобы это... Подними там эту штуку, чтобы он плотным стал. Ну, посмотри просто сама как-нибудь, оцени. Вот. И мы будем пробовать сегодня Аринкин пирог. Так? Так? Ножка, ножка, ножка. Хохочем тут с Артурчиком, да? Папа пошел картошку чистить. Сейчас пожарим свои фирменные картофельно-рисовые оладьи. Они нам сейчас нравятся очень, поэтому мы их кушаем каждый день, пока не надоест. Вот так вот. Так мы со всеми, кстати, рецептами. Если очень нравится, мы кушаем постоянно. А потом уже они надоедают, и мы что-то новенькое придумаем. Так? Этикетку нашел. Давай, Сёсику, будем кушать мандаринки. Что ты, этикетку нашел? Артурчик. Он у нас обожает мандаринки, как оказалось. Очень-очень. Да? Вообще, с таким удовольствием кушает. А вот сок не пьет. Видимо, там уже другой вкус совсем получается. Либо ему нравится процесс поедания. Кто-то там подглядывает. Арина, что ты подглядываешь? Арине нечем заняться. Ну что, будем мандаринчики кушать, Артур? Сейчас тебе мама будет чистить и кормить. Артур! Арина смешит Артура. Так хохочет. Артур! Артур! Артурчик! А попробуй ты его так. Нет. Просто. Нет. Хохотун! Артурчик! Время Артур. Скоро спать, а он хохот. Ой, хохотун, сколько у нас? 9 часов? И ни в какую.